Президент Ульхамалиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Японии в нашей стране Кацуи Ватанабе. Посол вручил президенту Ульхамалиеву свои верительные грамоты. Затем глава государства побеседовал с послом. Посол Касуи Нанава передал главе государства пожелание императора Японии и Его Величества Нарухита о дальнейшем развитии японо-азербайджанских связей. Выразив признательность, президент Хамалеев попросил передать и его добрые пожелания императору Японии. Подчеркнув, что дружественные отношения между нашими странами более 30 лет охватывают различные сферы, глава государства отметил, что во всех направлениях достигнуты хорошие результаты, имеются благоприятные возможности для дальнейшего расширения сотрудничества в предстоящие годы. Президент Малиев указал на необходимость определения наряду с традиционными сферами новых направлений сотрудничества. Глава государства пожелал послу успехов в его деятельности. Подчеркнул, что для него большая честь встретиться с президентом Азербайджана Кацуи Ватанабе выразил признательность за добрые слова. Он отметил особую роль главы государства в установлении дружественных и теплых отношений между двумя странами. Посол передал президенту Ильхаму Алиеву поздравления по случаю принятия решения о проведении в Азербайджане в этом году КОП-29. Поблагодарив за поздравления, глава государства отметил, что переход на зеленую экономику, развитие высоких технологий являются одним из приоритетов Азербайджана. Президент Архамалиев подчеркнул, что Азербайджан готов взаимодействовать с Японией в рамках кок 29 В свою очередь, Кацуй Ватанабы подчеркнул, что его страна придает особое значение построению зеленого общества, развитию на основе высоких технологий. Он отметил, что имеются большие возможности для сотрудничества между двумя странами в этой сфере. Посол заверил, что приложит все усилия для развития азербайджана японских связей.